Лео рисует? Привет, я Рыся, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс. Обычно мы рисуем с Лео, но сегодня мы рисуем с Рысей. А, да, Рыся любит рисовать. Отлично. Обычно с Рысей мы рисуем что-то для девочек. Ты наверняка хочешь что-то для девочек, да? Я хотел попросить тебя нарисовать куколку. О, я очень рад для тебя буду нарисовать куколку. Ребят, если среди вас есть девчонки, а я думаю, есть, то рисуйте с нами куколку. Да, рисуйте с нами, она будет прикольная. Мы сейчас же ее и придумаем. Прямо сейчас и придумаем. А как выглядит куколка? Обычно вот так, да? У нее есть голова, руки, ноги, и мы ее рисуем. А чем будем рисовать? Будем рисовать гуашью. Сегодня классическая гуашь Лео, густая, укрылистая, хорошо смешивается и ложится на бумагу. Очень тяжелая пачка прям для куколки подойдет. Хо-хо-хо-хо-хо, скорее рисовать, чем будем рисовать? Ну, я сказал, что мы рисовать гуашью будем на белом листе бумаги и возьмем кисточку. Кисточку лучше взять среднюю, но потолще и плоскую. Видишь, она плоская. А ей хорошо рисовать гуашью. Хорошо, начнем с головы, правильно? Я думаю, да. Голова хорошая идея. Рисуем голову. Надо решить, куколка у нас будет человек или же животное. А я еще не знаю. Я тоже не знаю. Ну, давайте пока просто рисовать куколку как человека, а потом, может быть, нарисуем чуть-чуть животненького. Какого-нибудь. А как это как? Из человека животное? Я думаю, мы и сказочную куколку нарисуем. Давай, давай нарисуем. Теперь смываем кисточку. Хотя нет, давай не смывать. Ребят, тоже не смывайте кисточку. Сразу нарисуем, как обычно человека мы рисуем. Мы заодно и научимся рисовать человека. Точно, давайте. Есть у человека тело, и мы рисуем тело вот так вот. Раз, раз, раз. И есть руки и ноги. Мы рисуем руки и ноги. Вот так вот. На ногах есть стопы. Чем ты ходишь? Топ-топ-топ. У меня тоже есть топ-топ-топ. Руки. На руках есть пальцы. Мы вот так их рисуем. А у меня нет пальцев. У меня такие, как пальцы. Как пальцы. Ну да, получается так. Нарисовали. Шею не забудьте. Может быть, уши даже не забудьте. Обычно уши есть. Хо-хо-хо-хо-хо. Получается здорово. Здорово, здорово, здорово и просто. Пока что все так, как я хочу. Все действительно просто. Теперь смываем кисточку и надо решить, куколка будет девочка или же мальчик. Я думаю, девочка, мне нравится. Девочка и платьице, как у меня. Хорошо, будем срисовывать с тебя, Рыся. Берем малиновый цвет и рисуем, и показываем, ребята, что такое укрывистая гуашь. А что это такое слово, укрывистая гуашь? Укрывистая гуашь. Мы рисуем сверху нашего тела, одеваем нашу куколку в костюмчик, платье. Мы сверху покрасим, прям ее сверху покрасим, и она отлично покрасится, видишь как? Тогда сверху еще и ботиночки можно одеть. Можно и ботиночки одеть прям сверху. Вот, видишь, как получается? Это действительно очень-очень кстати. Можно даже браслеты на куколку одеть. Это очень красиво. Украшение, хорошо. Теперь смываем кисточку. Надо решить, какого цвета волосы. Я думаю, что может быть желто-коричневый. Да, коричневый. Я думаю, это красиво будет. Хотя можно нарисовать какую-то корону, например. Точно, я не подумала, можно нарисовать корону, это будет еще лучше. Давай сначала возьмем коричневый цвет и нарисуем просто прическу. Вот так мы рисуем прическу, вот так, раз, два, это волосики идут налево и направо. После этого идет такая прическа сюда, раз идет и два сюда. Вот так вот получается у нас. Здесь как раз будет какой-то ободок или корона. И сюда идут волосики сзади. Обязательно не забывайте, что волосики сзади тоже есть вот тут. И они тоже и вот тут могут быть, и вот тут, да? Как у нас здорово получилось. Да, у нас очень здорово получилось. И так просто все. Да, просто, ребят. Все, все наши действия, когда мы рисуем на Лео рисует канале, мы все рисуем просто. Мы стараемся объяснить каждое свое действие. Обязательно смойте кисточку и возьмите оранжевый цвет. И покрасим вот такую причесочку. Хотя, может быть, ее сделать малиновой. Точно, я не подумал, Рыся, малиновым. Сделаем сверху малиновым. Вот так вот, малиновый цвет. Ротик сделаем, улыбочку. И вот у нас уже красивая девочка готова. Только она без глаз. Глаза мы нарисуем, ребят. Очень просто. Сейчас только закончу вот эту вот красивую прическу с красивым украшением. Вот так вот. Я хочу, чтобы она блестела, украшение. Хорошо? А теперь смываем кисточку и кладем ее, потому что она больше не понадобится. Понадобится кисточка потоньше. Потоньше. Она будет нам нужна для глазок. Мы возьмем белый и делаем глазки. Я хочу сделать большие красивые глазки нашей куколки. А этим же белым, когда мы сделали, мы мазнем
такие кружочки. Мы же срисовываем платье с рыси. И точно, очень красиво получается. Так ровненько. Ровненько и просто. А здесь мы можем сделать еще волосики, показать, что они извиваются в разные стороны. Вот такие у нас рисуночки. И носик даже влезет у нас. Ха-ха, милашка. Давайте быстрее рисовать глаза. Ребят, рисуем глаза и рисунок готов. 5 минут у нас получилась куколка. Просто супер ярко, замечательная. Нарисуем их голубые. Вы выберите свои цвета, какие вы хотите, чтобы глаза были. Может быть, зелененькие. Зелененькие тоже очень красиво. Но я уже выбрал голубые. Нарисуем черным. Носик. Бровки. И вот она, куколка готова. Очень простой рисунок. Мы поэтапно нарисовали с вами куколку. А еще мы с вами, ребят, узнали, как рисовать человека. Да, действительно, мы думали, а нарисовали по-настоящему человека. В игре мы научились рисовать человека. Мы нарисовали голову, нарисовали тело, руки, ноги. И у нас получился настоящий человек. Теперь-то вы, ребят, знаете, как рисовать человека. Ребят, приходите к нам. Лео рисует. И со мной тоже приходите. Рисуйте. Меня зовут Рыся, а меня зовут Макс. Мы рисуем каждый день для вас и красками, и карандашами, и пластилином лепим тоже. Приходите в Инстаграм, Лео рисует, легко найти. Приходите на Ютуб, Лео рисует, легко найти. Хороших рисунков и пока-пока!